Спортсмены Кузбасса заняли победные и призовые места на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Соревнования среди юношей до 18 лет прошли в Кызыле. Сборная области в командном зачете на второй позиции. Междуреченцы внесли вклад в общую копилку. В личном первенстве победу в весовой категории 60 кг одержал Леонид Котов. На втором месте среди спортсменов весом 92 кг Артем Ведерников. Тренируют борцов Сергей Бордюговский и Евгений Попов.